Всем привет, с вами Ильяна, и сегодня я распаковываю свою первую дизайнерскую посылку от компании LuxArt. Это производитель красок. Я еще ее не распаковывала, я не знаю, что там внутри, и хочу это сделать вместе с вами. Посмотрим на краски, что же меня там ожидает. Посылочка отправлялась в теплом температурном режиме, поэтому здесь много всяких пенопластовых штук. Так, это у нас что? А, это то, что состав. И вот эти волшебные баночки. По-другому я их и не назову. Так, давайте посмотрим, что же у нас будет в посылке. Так, очень большая банка. Так, это серия объемных материалов. Это гель. Прозрачный гель, который я планирую использовать. Он идет как акриловый моделирующий гель. Хочу его попробовать в качестве текстурной пасты, посмотреть. Изначально он идет как прозрачный. Вот написано. Я люблю, в принципе, именно прозрачные гели. Почему? Потому что в них можно добавить любой пигмент, акриловую краску, и они становятся цветными, черными, белыми, прозрачными. Очень удобно именно брать прозрачную серию. Ну а тут такая банище 250 миллилитров. Это очень круто, я очень рада. Потому что объемные все эти гели, они очень нужны, они очень часто пользуются в микс-медиа. Так, давайте я вот сюда буду выкладывать. Так, следующее, что я хочу показать. Я заказала два грунта. Все достаточно в стандартном варианте. Черный и белый грунт. Вот в таких вот баночках. Акриловый грунт, но это базовые вещи, которые должны быть у любого микс-медийщика. Без них, ну, никуда. Поэтому так вот. Дальше. Дальше хочу показать, наверное, ну, вот сверху очень красиво смотрятся вот эти вот баночки с такими золотыми крышечками. Да, то есть это серия Royal Gold. Брала три разных цвета. Смотрим. Так, это цвет золотое, золото-розовое. Смотрите, какие переливы красивые. После записи обязательно сделаю выкруску и тоже покажу. С таким очень красивым жемчужно-золотым отблеском. Красивая баночка. Очень мне нравится. Это вторая баночка, тоже из этой же серии, Royal Gold. Цвет называется золото-коричневое. Смотрите, какой цвет. И такая пигментация внутри красивая. Вот я по-другому даже сказать не могу. Она именно красивая, видите? Все блестит, переливается, но я без блеска в работах никуда. Так, и третья вот в таких синих оттенках брала. Это золото синее, тоже оно идет вот такой красивенный отблеск, прям металлический отблеск, очень красиво и шикарно, конечно, смотрится сверху вот этот вот ярлычок, ну просто золото, золото прямо сверху. Дальше что я еще взяла? Еще я взяла, так. Давайте посмотрим вот эти баночки. Это воск. Воск, который называется слоновая кость, перламутровый. Вот такая хорошая баночка. Честно скажу, с воском именно этой серии я еще не знакома. Очень хочу познакомиться, очень хочу посмотреть, как он будет смотреться в работах, потому что, ну,
такого оттенка в привычных восках, которые именно не надо закреплять, я не видела. А это именно идут по составу перманентные воски, то есть дальше их не обязательно чем-то закреплять. Это очень шикарное качество. Так, дальше. Вот это просто волшебные баночки. Это баночки серии Lumit. Так, обязательно взболтать. Посмотрите, какое золото. Но вот аналогов этой краски не существует ни у одного производителя. Это фактически золотая поталь. Да, то есть это... Ну, просто покрытие золота премиум-класса. По-другому я даже это не назову. Я взяла на пробу песчаный пляж. Это серия Luxart Lumit. Смотрите, вот такая вот красота. И банка шикарная. Кстати, хочу сказать, баночка у нее стеклянная. То есть, ну, я даже не думаю, что... Кончившись, эта краска, эта баночка точно найдет свое место на моем столе. Так, еще. Давайте сразу же перейдем к спреям. Сразу скажу, спреев я никогда не пользовалась. Спреями я... Ну, я не могу сказать, что я прям любитель спреев или считаю, что это must have для микс-медийщика. Но с этими цветами вот я просто не утерпела, и я взяла именно линеечку, ну, в большом количестве, да, именно люмитов, то есть вот аналогов вот этой вот краски. Поэтому удержаться от такого спрея, ну, мне кажется, невозможно. Сейчас я вам покажу эти цвета. Посмотрите, какие они. Ну вот, ну они просто шикарные. Я не знаю, передает ли весь вот этот шикарный, ну просто шикарный блеск камера, потому что, ну вы посмотрите, пигментация просто умопомрачительная, цвета. Я не знаю, что сказать, у меня просто нет слов. Скажу название. Жемчужины Крыма, блеск жемчужины Крыма. Вот такой он немножко, наверное, кофейный оттенок имеет. Очень красивый цвет. Это тон брызги белого полусладкого. Скажу честно, вот конкретно брызги белого полусладкого, мне кажется, у нас у каждого участника дизайн-команды есть, потому что, ну, цвет, ну, просто, ну, он нереальный. Вы посмотрите, это какое-то просто вот жидкое белое золото. Вот я по-другому даже назвать не могу. И третий оттенок, который я взяла, он больше таких вот гранжевых, что ли, работ, потому что он такой вот насыщенный, ярко-рыжий, кирпичный, может, даже. Называется «Сияние вечерней Ялты». И вот он вот такой вот с благородной рыжиной, с красивой пигментацией. Их обязательно встряхивать перед применением, чтобы все вот эти частички перешли в активное состояние, назовем так. Но вот цвета, ну просто, ну я не знаю, какой из них лучше. Мне кажется, в общем, хочу всю линейку, это называется. Дайте два. Так, этот у нас спрей, что я взяла? А, это вообще такой штуки я никогда не видела. Это спрей-лак. Это спрей-лак для создания состаривания. То есть это спрей, после которого краски начинают трескаться. Кракелюрка появляется. Вот он, даже название, кракелюрный спрей-лак. Я такого вообще никогда не видела. То есть, да, кракелюрные пасты, там, я не знаю... Да много чего с эффектом кракелюра, но вот именно лака я не видела. Очень интересно, как он ведет себя в работах, как он будет вести при смешении красок. То есть, ну, мне очень интересен этот продукт. Вообще продуктов очень много вот таких вот именно, ну, можно сказать, уникальных. Не побоюсь даже этого слова, если честно. Так, еще у меня
Вот такие баночки сейчас покажу. Так, вот эти вот, наверное, давайте посмотрим вот эти вот баночки. Это, ой, выскакивает. Это краска серии Lumi. Светящаяся акриловая. Я взяла базовый белый цвет. Хочу посмотреть, как она будет себя вести. Очень интересно поэкспериментировать со светом. То есть, ну, что-то такое оригинальное можно с ней сделать легко. Взяла два топпинга. Вот этот топпинг меленький-меленький. Вот такие вот, они мельче даже, чем микробисер. Вообще они какие-то вот такие меленькие-меленькие кружочки. Да, то есть вот этот называется серия декоративных топпингов, сухой наполнитель. Я брала, ну, достаточно меленький. Хочу посмотреть. Конечно, для заснеженных работ это просто must have, но хочу посмотреть, может быть, посмешиваю его с красочками и еще чего-то. А это совсем другой наполнитель. Это вот такие вот перья, хлопья, наверное, даже. И они очень красивого оттенка. Называются зеленые, но я бы даже сказала, что такое, знаете, зелененое серебро. Очень благородный оттенок. Шикарно красивый. Так, слюда декоративная, слюда зеленая. Но она вот не, такой вот как раз хороший, ненасыщенный зеленый цвет. Вот то, что нужно. Так, еще на пробу я взяла две серии металлики, ну куда же без них, и, конечно же, пастель. Давайте посмотрим металлики. Так, по-моему, вот эти, да, металлики я взяла три тона. Вот они, хорошие баночки такие миленькие. Так, вот такой вот желтоватый цвет, это золото светлое, все логично. Зеленое. Это золото зеленое, темное. И вот такое вот чуть-чуть рыженькое. Это у нас. Это у нас золото красное. А вот, то есть обязательно по ним сделаю выкраску и покажу чуть позднее. Так. Дальше. Что же я еще заказала? Еще есть баночки. Давайте посмотрим, что это за баночки, потому что, честно сказать, уже даже и сама не помню. Так, вот это глиттер белоснежный, сухой. Но это просто тоже, вот я люблю сияние добавлять в работы. И, ну, а кто, как не глиттер, нам в этом поможет? Да, то есть какое-то волшебство, блеск такой вот ненавязчивый, но очень нужный во многих работах. Поэтому я заказывала белый. Вот, сухие блесточки. Это к топпингам положим. Так, и серия Pearl. Это пастельки, но пастель очень с красивыми оттенками, с таким переливом перламутровым, практически жемчужным. Очень красивая линейка. Я долго выбирала, какие же тона мне взять. И в итоге вот такой вот, во-первых, вот это вот жемчужное, такое капучинка какое-то, коричневый перламутровый называется тон. Очень красивый. Вот посмотрите, какой блеск. Он даже вот такой вот, я даже не знаю. Он вроде и без глиттера внутри краски, но он очень красиво сияет. Вот именно сияет. Так. Синий. Вот такой ультрамарин перламутровый, очень благородный, он даже не синий, он скорее к фиалковому вот такому оттенку, то есть очень нежный и красивый цвет, не насыщенный, не вырви глаз. Не люблю такие оттенки, я люблю именно вот деликатные тона и вот это, вот такая, именно такая. Ну, голубой цвет, неоновый голубой, но шикарный просто оттенок. Он такой яркий и даже немножко с бирюзой с какой-то или вот лазурью, но красивый, очень красивый, правильный, деликатный. И еще один взяла вот такой вот
его нужно перемешать будет. Это тоже серия Pearl, но здесь краска именно с глиттером. Это голографическое серебро перламутровый. То есть вот здесь будет что-то с ярким блеском. Тут просто помешать нужно, чтобы именно пигментация серебра появилась. Но блеск, ну просто шикарный. Ну любой глиттер, по-моему, позавидует этой краске. Итак, давайте сделаем пару выкрасок. Я очень хочу сделать выкраску металликов. И, возможно, сделаю выкраску вот этих вот пастельки. Итак, я решила сделать выкраску серии Royal Gold. Вот эти нереальные металлики. Очень, ох, как плотно закрыто, хорошо. Посмотрите, какая краска. Ну вот, ну просто какой-то шикарный цвет. Очень густая, кстати, очень хорошая. Так. Делаю выкраску обязательно сразу в двух тонах, на белом и на черном. Почему? Потому что очень многие краски сильно меняют свой оттенок. Посмотрите, что у нас здесь. Так, на белом цвете он имеет чистый розовый вот этот оттенок, который из банки, с очень красивым переливом. Здесь точно так же при попадании света дает вот этот вот оттенок розового золота. Посмотрите, как блестит. И при этом, да, то есть я брала совсем немного на кисточку, очень плотно прикрывает белый цвет. Ой, черный цвет, извините. Так, здесь тоже. Что-то я здесь плохо размешала, ничего страшного. Кисточкой это сделаем. Синее золото посмотрим. Аналогично, посмотрите, какой красивый цвет. Очень плотно ложится, пигментация очень хорошая, вот именно вот этого металлика, очень красивый перелив. Именно базовый цвет идет синий или розовый, да, в зависимости от краски, или вот коричневый, как сейчас будет в четвертом, в третьем варианте, но при этом отблеск, вот этот, частички золотого идут. Что вот победитель, по-моему, я даже не знаю, мне очень нравится. Я крайне аккуратно отношусь к коричневым тонам и не часто их использую. Но посмотрите, какой красивый, деликатный оттенок. Он даже не коричневый, он прям вот золото. Притом такое вот хорошее, старинное золото. Очень красивый. И при этом заметьте, какая плотная краска по структуре. Она шикарно перекрыла черный цвет. Ну, это очень здорово. Теперь давайте посмотрим серию металлики. Теперь подготовилась для того, чтобы протестировать серию металлики. У меня тоже три тона. Начнем с золота красного. Очень плотные крышечки. Это очень хорошо, потому что у меня проблема именно с вот этим строением крышечек. Очень часто краска пересыхала, но вот тут она очень глубоко садится, я думаю, что проблем не будет. Очень хорошо ложится красочка, легко движений мазков кисти не оставляет. Точно так же, посмотрите, перекрытие что белой, что черной стороны, то он очень красивый. Отличие вот этой краски от Royal Gold именно в части пигментации. Здесь очень красивый дополнительный мелкий-мелкий блеск идет, а здесь чистый металл. Очень красивая тона. Вот для микс-медийщиков по принципу стимпанка и вот подобных мужских работ, особенно которые любят там всякую делать ржавчину, вот этот оттенок прям замечательно будет. Так, светлое золото, чистое желтенькое, вот такое вот оно. Так, тоже очень хорошо ложится. Прям вот медитация того, как мягко и как ровно ложится краска. Не нужно ее выравнивать. То есть это говорит именно о качестве составляющей краски. Посмотрите. У металликов не такое сильное перекрытие идет
черного оттенка, как мне кажется. Он немножко по-другому идет. Вот по сравнению с роялами. Посмотрите, роял дают черный, да, и немножко меняют оттенок на более приглушенный, на темном цвете. У металликов такого нету. Они сохраняют вот этот оттенок. Ну и очень плотно ложатся на черном цвете. Ой, какой красивый зеленый. Скажу честно, я не фанат зеленого цвета, но у меня есть конкретный проект, который я хочу сделать. Поэтому я набрала несколько вариантов зеленого, потому что я честно скажу, я не знаю, как с ним работать. Я что в жизни не очень с зеленым цветом, что в своих работах не очень. Но вот тут, посмотрите, именно он хоть и называется зеленый темный, но он вот не темный. Он такой красивого природного оттенка. Природного оттенка, как травы такой. Посмотрите, как блестит. Вот если кто-то любит металлики, любит блеск в своих работах и понимает, что именно вот такими оттенками добавляется шарм и какое-то волшебство, вот эти краски просто обязательны к вашему набору работы микс-медийщика. Это просто must have. А если вы еще не любитель золотых красок или вот с пигментацией, да, металликов и подобных глиттеров, то попробуйте вот эту краску и поверьте, вы в нее влюбитесь. Я влюбилась, по-моему, мне нужна полная палитра. Я невероятно счастлива, что я стала дизайнером в этой компании. Уверена, что у меня будет море красивенных работ. Поэтому ждите нового творчества, ждите новых проектов и заходите на сайт LuxArt, покупайте эту продукцию. Она того стоит.